Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. Дорогие наши друзья, сегодня к нам пришла очень ужасная и печальная весть. Все знают известного российского актера Дмитрия Певцова. Он снимался во многих наших фильмах и во многих наших сериалах. Сегодня нам сообщили, что он находился на съемках нового российского сериала. И так как не было на площадке каскадера, он решил исполнить трюк сам. Но что-то пошло не так. Лестница, на которую взбирался Дмитрий Певцов, обломалась, и Дмитрий Певцов упал с высоты более 3 метров. Хорошо, что на месте оказалась бригада скорой помощи, которая попыталась помочь Дмитрию Певцову. Однако его пришлось госпитализировать в срочном порядке. Как сообщает по телефону нам врач, который на данный момент занимается обследованием Дмитрия Певцова, у Дмитрия Певцова диагностирован перелом правой руки, а также сотрясение головного мозга. Что будет в дальнейшем, пока неизвестно, пока никто никаких прогнозов не дает. Друзья, давайте поддержим нашего актера, пожелаем ему здоровья и скорейшего выздоровления. Подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропускать такие новости. А мы в следующем выпуске постараемся вам рассказать о том, что действительно случилось с Дмитрием Певцовым и как он будет жить дальше. До скорых встреч, друзья, в наших новых выпусках. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!